Итак, мы продолжаем. Нам нужно найти что-то. Мы не знаем что. Чтобы получить доступ к чему-то. В комнате с чертежами. Попрыгали, попрыгали. Комната с чертежами. Или со схемами находится здесь. И мы должны что-то найти. Вот здесь. Извините. Значит, у нас в компьютере проверочная среда. С креслом пилота дает знакомую обстановку, кстати говоря. Вот это то, что нужно. Ну вот сюда нужно это вставить. Да, видимо, нашу штучку. Она, кстати, у нас, но... Это. Здесь вот эта информация. Есть еще, видимо, устройство. В общем, нам надо как-то загрузить, я так понимаю, эту информацию на вот тот компьютер, чтобы нашего Брэндона, или как его там, чтобы в симуляции ему было комфортно, короче. Чего? А, понял, да, точно. Ух ты. Лыжная база. Наверное, это неправильная среда. Наверное, там нужно скачать... ну, среду, эту комнату. Вот. Наконец-то, да. Вот, комната сканирования, по-любому же. И чё, я передал? Ну, наверное. Теперь нужно вставить вот сюда. И... Да, детка. Не так все и плохо. Стромая только тебя напугал, сволочь. Ну что, я сам виноват. Насчет Стромейра, он сказал, что ему срочно нужен новый код. Что ему передать? Все нормально, я с ним поговорю. Подожди, Чун, разве не говорил я тебе расслабиться? Не волнуйся, я никому не скажу. Голова болит, да. Ладно. 1729 через 42. 12 через 407. Записала? Да, я поняла. Да. Нет. Да, я поняла. Извини, мистер Ван Брэндон. До свидания. О чем это вы? Нет, стойте. Поздно. Все, хватит. Мы узнали, что нужно. И мы тоже такие? Симуляции? Да, но это не так уж и важно. Вы все еще вы. Я не знаю, что делать с данными. Вы решайте. Черт, а я не запомнил. Так, 5 сек. А!
А, это... А чё, почему не берется? Что-то я не понял. Или это нам уже не нужно, видимо. Да, видимо, нам... Мы нашли. Теперь можно идти к Дану. Возвращайтесь. Я понял, да. Так, я надеюсь, сейчас никакая хреновина сюда не ворвется. Хоп. Бегом по битому стеклу. Вот вы где. Прогреватель для нас, Данбет. Он много месяцев пыль собирал, так что быстро не выйдет. Так, ну вот и все. Готово. Отправляемся и... Странно. Неважно. Что нужно сделать? Отправляйтесь в док. Умный инструмент откроет дверь. И садитесь на Данбет. Подключите меня, и я спущу нас в бездну. Вроде несложно. Вроде. Goodbye. Эй, Кэтрин! Я забыл, куда нам идти. Так, подожди, а тут можно прыгнуть, наверное. Ну можно же прыгнуть. Да можно же, ёб твою мать. Да ну бред. Я перепрыгивал уже вроде. Смотрите, какая-то там органика на нашем инструменте. Hello, ребятушки. Какой-то фонарик слабый, вообще ничего не освещает. Ну, если только совсем близко подойти. Ладно, нам, по-моему, сказал мне инструмент подключить. Сюда что? Ух ты. Так, надо, наверное, спуститься и... Так. А, понял. Ага. Что ж. Ищем компьютер. Нашел, и что дальше? Вот. Видимо. Что-то я опять не так делаю. Эти штуки не работают. Вроде бы, да? Кнопочка тоже не нажимается. А! А, подожди, это не то что-то. Что за кабель? А, подожди, 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 понял, понял. Нифига себе. Вот тут надо чаще обращать внимание на такие вот взаимодействия с игрой. Офигеть. Прикольно. Пук. Ну все, готов. А, теперь... Сейчас наверняка одна из них не будет работать. Да, вот эти мигающие. А, нет, они все равно работают. Нам придется идти в какой-нибудь очередной подвал. Да я помогу, подожди, стой. Ты как? А, это, видимо, заскриптовано было. Блин. Надеюсь, он не вышел на тропу войны, этот робот. Черт.
Вот гад. Там открылось зеркало, смотрите-ка. О, да. Ага, здесь придется падать. Ну вообще... Твою мать. Ну вообще можно было попытаться дальше пролезть, чувак. Еще один сейф. Опять новые звуки какие-то. Где же мы идем-то? Ползем так долго. Обычно вентиляция быстро заканчивается, а тут вон, ну не, нормально все равно. Это напоминает Dead Space втором, когда мы там научились лазить по таким же вентиляциям. Одна из немногих игр, наверное, которые я играл просто. Что ж, фистинг. Эта штука светится. Ярче, чем предыдущий, мне кажется. Хорошо, мы попали куда-то. Что у нас здесь? Энергокостюм Хайматсу. Руководство по использованию. Может быть, это, конечно, пригодится нам. Ну, в смысле, просто для информации. Может быть, мы с кем-то будем сталкиваться с такими чуваками в этих костюмах. Хайматсу. Не знаю. Здесь у нас что? Ладно. Это нам потом, я уверен, понадобится. Коды какие-то, запуска. Блин, стулья мне не нужны. И наш герой не умеет сидеть. А? Постойте-ка это. О, нет! Не удобралось до батискафа раньше нас, да? Оно говорило. Вряд ли это хороший знак. Черт! Гамбот был нашим лучшим шансом. Я так надеялась, что он работает. Послушайте, нельзя сейчас отступать. Должен быть другой способ. Подумайте, как вы это сделали? Как вообще команда спустила ковчег в бездну? Если они не пользовались Дамбот, остается только вариант с подъемником на омикроне. Это нечто вроде лифта. Опускается прямо в бездну. Ладно, значит, так и сделаем. Идем на омикрон и садимся в лифт. Да, хорошо. Конечно. Отправимся на омикрон и будем надеяться, что там есть для вас энергокостюм, чтобы вас не сплющило давление в бездне. Ха, звучит интересно. Что ж, вперед. Стойте, а что это тут? Похоже, тут много информации по ковчегу. Тут и прототипы, и другие данные. Хорошо. Давайте начнем. Я хочу увидеть, как это работает. Может, удастся выяснить, как попасть на ковчег. Оу, е, да будет свет. Но мне нужно кое-что проверить. Да. А вы не знали, как нам туда попасть? Не знала, сложно ли. Так, я опять прослушал, что нам надо. Ну, пойдемте, понажимаем кнопочки разные. Потыкаем что-нибудь. Здесь у нас... он мне инструмент нужен. А это что? Ясно. Вы можете туда залезть. Если бы я знала, из чего вы сделаны, я бы быстрее разобралась, как поместить вас в ковчег. Ой. Немного тесновато. Выключатель достаете? Ну ладно. Ой. Давайте за ней. Радиации мне бояться надо. Думаю, нам это уже лишнее. Интересно. Вы, похоже, единое целое со своим скафандром. Все сошлось воедино. Как тогда быть с костюмом, который мы возьмем на омикроне? А, мне кажется, они там больше. Вы прямо в этом поместитесь. Имаджин. Кто это? К
Кажется, основой для вашего тела стала одна из моих старых коллег. В череп был вставлен стандартный энцефалочип для роботов вместе со считывателем данных. Что? Структурный гель спаял всю конструкцию воедино. Потрясающе. Не-не-не, стоп, постойте, я что, ваша старая коллега? Ну, тело от нее. Имаджин Рид. Какой ужас. Эй, не говорите так, она была моим... была добра ко мне. В общем, энцефалочип — это хорошо. Значит, мы сможем передать ваш разум в ковчег через место пилота. Кэт, я же наполовину труп. Да, логично. Вы подумайте. Вспомните все недалекие умы, которые мы тут видели. Просто оживить мертвое тело, очевидно, что этого недостаточно. А в теле робота люди становятся не очень надежными. Вы лучшие из обоих миров. Крепкий разум в крепком теле. Не понял. Чё за... Мы знаем, как попасть на карту. Я понимаю саму концепцию, но подробностей не знаю. Хотелось бы понять, как формулируются и обрабатываются данные образы. А почему ее тело это робот? Ее подруги. Так, здесь закрыто. Блин, если я умный инструмент вырублю, значит... Запустите симуляцию ковчега. Хочу посмотреть его в деле. А мне нужен умный инструмент. Тупая ты дура. Чтобы пройти туда. Так, ладно, симуляцию ковчега. А это что? Это где? Так, здесь сломано. Подожди, вот это что ли? А что тут это? Не хочу. Вдруг опять сейчас начнется. Подождите, вот тут смотрите-ка. Ковчег даже с виду не очень большой. Легче легкого. Я так понимаю, о сглазе вы не слышали. Простите, я забыла, что у вас были в ходу суеверия. Устройство не подключено. Здесь, вот, смотрите, тут опять какой-то проводок. Проверка памяти. Повреждено прим 896 терабайт памяти. Необходимо перезапустить симуляцию. Я так понимаю, нам это ничего особо не дает информации вот в этом компьютере. Ищем, куда еще можно провода повставлять. Сюда что ли? Так, а куда вот эту можно вставить? Сюда что ли? Нет. Так, с кнопочками никак. Я не пойму, вот это что такое? Это, видимо, ковчег, что ли? Ой, господи, этот. Устройство. Вот это что ли? Ладно. Ну, давайте посмотрим. Так, это первое. При установить передатчик на ковчег, энергоблок, инструменты, дополнительный кислород. О, это так здорово, тут вся команда. Фотография персонала, да ладно. Для кого вы ее сохранили? Весь мир погиб. Спасибо, Саймон. Раньше я думала, что быть козлом — это свойство натуры людей 22-го столетия. Теперь я вижу, что ошибалась. Так это Фи. Быстрая остановка на микроне, потом Дао, потом Фи. Погнали. Ладно. А что там было? Что-то X какой-то, БУ. Что я делаю? Что теперь?
еще раз, а что тут написано? Что-то BX, LM. Не очень врубаюсь. Подожди-ка. А это что, почему не активно? Может перегрузить все нахер? Нет. Да. Ладно, будем думать. Что вот с этой фигней? Ее двигать никак нельзя. Ладно, ладно, ладно. Какие-то непонятные штуки. Давай, берись. Нет? Установите модуль интерфейса. Он не запускается. Тут что-то с памятью. Сцены какие-то. Прир. Лес. Что-то тут. Сюда никак. Так. Сучка. Так, система... Физика тверд. Система база треб. Система общая. Система база треб. Что-то там. Это говно. Ну-ка. Лямбда. Так, вот это что такое? BX. 5213. Тут ничего такого нет. Установите модуль интерфейса. Как будто это значит такое. Запечатать капсулу ковчег. Супчик. Голубчик. Не очень понимаю. Систему вот этих. Сим. Подожди, сим база. Прир лес. Что-то такое. Что-то с этим. Все-таки, короче, вот что-то с. С этим, видимо, тип сома. Тип. А может и нет. Может я тоже что-то как... Какой-то это гон, потому что я... Вот, опять. Ну что-то происходит, я не понимаю, что. Память. Сучка. Ебаная, бля. Да, хер его знает, короче. Честно говоря, вообще не врубаюсь. Мне кажется, вот эти штуки как будто к чему-то должны. Может быть, им еще рано быть к чему-то подсоединенным, но пока что я не знаю. Может быть, стоит прерваться, подумать. Потому что, ну, вообще в бошку ничего не лезет, к сожалению. С этими хернями. Может, что уравнять надо здесь? Патос 2, блин. Запустите симуляцию ковчега. Да она не запускает, ступай ты, дура. Так, мне интересно, блять, просто в интернете вбить. Итак, ну что же, давайте посмотрим. Сука, лаганное говно. Вот я ненавижу телефоны за то, что... Ну, короче, они не мобильные. В интернете лазить в них вообще полное дерьмо по сравнению с компьютерами. Вот, нашел, смотрите-ка. Так, сука. Давайте. Ух ты. Сист погода. СРД мод река. СРД мод. Подожди, СРД мод скан мод река. Сист физик. Плав. Тверд. Жидк. Сука, и что дальше-то? Ёб твою мать. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. И чё, сука, делать-то дальше? Вообще нихуя не понял. Чё делать-то? Хули дальше-то делать? Ой, блять. После того, как завершите процедуру, нажмите тестовый.
Чё тестовый-то, ёб твою мать? Где это такое? Вот сука, а? Запустите симуляцию ковчега. Говно, ссаное, а, блядь. Ну, параша, конечно. Вот я сразу понял, что игра говно, да, как-то. С самого начала. А потому что ничего, никаких подсказок, вообще все тупо. В пизду, короче.